В ближайшее время в отставку, скорее всего, уйдут еще два чиновника правительства края. Это в Рио заместителя председателя правительства Надежды Капура и в Рио министра труда и социальной защиты Михаил Дайбов. Об этом сообщает Политбюро со ссылкой на собственный источник в правительстве края. Как утверждает источник, решения об отставке социальных чиновников назревали еще до новости о закрытии малых домов-интернатов для престарелых и инвалидов, которая вызвала большой общественный резонанс. Напомним, Капура курирует в правительстве социальную политику, образование и здравоохранение. Михаил Дайбов должность начальника управления по труду и социальной защите населения получил 2 года назад. Уже после управление преобразовали в министерство.